Всем привет, сегодня я покажу, как запустить Invictus без VPN, зайти на евросервер. Заходим на этот сайт, регистрируемся. Ничего сложного нет, только запомните, что email это будет ваш логин при входе в игру. Вот. Качаете, появится у вас запускатор, который вас не будет пускать. Вот. Жмете настройки. Вот, Open Game Location. Находим папку с игрой установленной. Эти значки не трогаем. Вот, ищем этот. Отправляем на рабочий стол. Так. Видите, тут будет стандартный значок, его не трогаем. Вот, который мы и сделали. Нажимаем свойства. И дописываем такой параметр сюда. Stage. Пробел -stage. Все применяем. Ну, только лаунчер выключаем. Вот, и все должно запуститься. Сейчас подгрузится, посмотрим. Ну вот, видим, что игра загрузилась. Старт. Вот, выбираем Европу. Вводим ID, это email ваш, и пароль. Вот. Должно пустить и на остальные. Всем приятной игры, спасибо за просмотр.